Сегодня 23 августа 2020 года. Вот наша Брауни. Ей 2 месяца и 1 день. Брауни, девочка, грызет косточку. А ну давайте спереди сниму. Брауни. Девочка, Брауни. Брауни, девочка. Хорошая девочка. Привет. Привет. Давай отправим видео бывшей твоей хозяйке Екатерине. Как она у нас прижилась? Она у нас прижилась хорошо. Она залезла на кошачью подушку и косточку закинула туда. Не надо, убирай. Брауни, убирай, Брауни. Там Милана спит. Брауни, девочка, привет. Привет, девочка. А ну, посмотри на меня. Посмотри на меня. Подожди, Люд. Вон, Софийка, убери косточку. Подушки Миланы, кошкины. Вот хозяйка уже, а. Брауни. Брауни. Расскажи, как она кошку воняет. А у нас есть кошечка, ей год. И четыре месяца. Зовут Милана. Так у нас Брауни гавкучая уже, гавкает и гоняет кошку. И даже немножко получает за это лапкой. Брауни, Брауни, девочка, косточку кушает, хорошая девочка. Ей у нас хорошо. Ей у нас... Она всех полюбила, и мы ее любим. Да. Вот, Екатерина, она тебе... Она же вижу иногда. Видео отошлем. Вот. Ну, хорошо тогда, все.